церковь святого Исидора Юрьевского возвышается на углу Лермонтовского проспекта и набережной канала Грибоедова. Храм построен в модном для начала 20 века неорусском стиле. В то время зодчие искали вдохновение в примерах прошлого, изучали характерные черты древнерусской архитектуры и вплетали их в свои постройки. Исидоровская церковь представляет собой компактный куб, увенчанный по углам четырьмя луковичными главками, которые свободно окружают центральный, более высокий купол. Алтарная апсида завершается шатровой крышей. Килевидные кокошники над центральными частями фасадов устремляют здание вверх. Декор весьма лаконичен. Гладь стен прорезана узкими окнами и украшена едва обозначенными пилястрами. Основание башен освежают аркатурные пояса. Благодаря выгодному расположению храм прекрасно воспринимается с дальних расстояний и уже более века является главной доминантой в панораме набережных канала Грибоедова.